Городской парк общественного транспорта может пополниться еще одним троллейбусом и автобусом. Как сообщается на сайте мэрии, в среду истек срок подачи заявок по закупке дополнительного транспорта. Поставить троллейбус начальной стоимостью чуть больше 22 миллионов рублей готовы сразу два участника конкурса. Это компании из Вологды и Уфы. Автобус среднего класса начальной стоимостью 6,8 миллиона рублей. На конкурс заявился один потенциальный поставщик из Нижегородской области. В настоящее время конкурсная комиссия проверяет заявки на соответствие предъявленным требованиям. Итоги торгов подведут 23 сентября. Напомним, на средства областной дотации мэрия Владимира приобрела 5 низкопольных троллейбусов, которые производятся на Вологодском механическом заводе. На торгах он заявил, что готов поставить новые троллейбусы за 91 миллион рублей. В результате остались средства, на которые теперь собираются закупить дополнительный городской транспорт.